первую очередь дороги показала бы в наших районах, всех убитые. А хорошего показывать по большому счету нечего, зачем хвастаться. Это должно быть так, должно быть лучше, чем есть сейчас. Днепр-арена, конечно. Чтобы поддержал Днепр, чтобы наша команда существовала. Пусть бы проехал по нашей улице Мандриковской, какой там бардак. А то в центре красиво, а везде ужас какие. Свалки и все, и амброзия растет. И посмотрел бы на эти чудеса. Во дворах надо позаделывать дороги, не так, как бы вот сейчас мы ходим. Вот. Ну что, а что все остальное? Ну, у нас набережная красивая, водопад красивый, там остров Монастырский. Хотя он остров так. Надо показывать правду. То есть лучше показывать то, что нуждается в ремонте, то, что горячее, так сказать. Що я показала? Що він довів страну до ужасу. А що чоловік попав у больницю, я не можу навіть такі гроші зібрати. Так що нічого хорошого немає в нас. Ні роботи, нема нічого. Що можна сказати? Лікарство невозможно докупитися. В больниці теж. Піди, все треба купити. А гроші немає, зарплат немає.